Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в игру Carrion. Я ее ненадолго забросил, почти что на 2 месяца. Но просто нужно было, поскольку были другие игры, были другие планы. И пришлось отодвинуть ее, пока игра не станет... Не, знаете, не прорастет внутри меня такая. И снова, играй в меня, Евгений. И вот она проросла. Помнится мне, мы плюхнулись как говняшечка в воду. А там что-то открылось. Нас смывают, походу. Эй, вышвырнуло меня. Мы никак не можем на поверхность попасть. Но я же хочу увидеть солнце. Я же такое доброе существо. И чем больше солнца я увижу, тем добрее я буду. Надо как-то оставить кусочек себя. Это мы можем сделать вот в этой канавке. Да, все, биомасса размещена. Слышишь, какая музыка зловеще играет? Она понимает. Она понимает, что сейчас грозит. Чувак, не бойся. Не бойся смерти, бойся мучительной смерти. Ох. Вот знаете, люблю пикник на природе. Самое приятное-то жрать, когда вокруг птички поют, растения, всякие деревушки растут. Так прикольно. Ребят, здрасте. Вы куда? Вы пошли разместить свою биомассу? Они утонули. Они просто взяли и утонули. Они же решили самовыпилиться. Это они посчитали лучшим решением, чем погибнуть в моей пасти. Сухарики-человечишка. Просто вымочи в воде. И сожри. Теперь сюда пошли. О, привет, ребят, как дела? Ням-ням-ням-ням-ням. Это был вопрос. И ответ, конечно же, ням-ням-ням-ням-ням-ням. А чё я сюда пришел? А зачем мне здесь быть? Мне здесь не надо быть. Вот что надо было сделать. Теперь втискиваемся в другую канализацию. Снова ботанический сад. Смотрите, что это? Кто закрыл дверь? Открыть нельзя. Умри, умри, сынок. Сказал прям как заботливый отец. Когда отец это... Мутант членистоногий. Что я открыл? Какую-то дверь. А что здесь? Неужели вкусняшка? Мистер вкусняшка. Вот, просто слегка я опрокинул. Я даже не уверен, что я буду тебя есть. Я и так сыт. По горло тем, что ты жива. Куда ты пошла на выход? Она что, прям вышла? Нет, она не вышла. Она выпилилась. Выпилилась из реальности. Но это не мои проблемы. У меня своих дел по горло. А много горл. О, что сразу? Что сразу пистолет? Да если у тебя пол провалится и нападет на тебя. Бывает такое, что пол нападает на людей. Смотрите, вот с этим надо быть осторожным. Мне нужно будет нажать Е. Вот так. Е. Мне нравится, как музыка здесь адаптируется под игру. Ой, ты жив? Ага, фак, фак ми. Вот, хорошо. Теперь жрать. Потрепать тебя. Давай, так, как будто бы ты на рок-концерт пришел. Кажется, Олимпийский играет, да? Ну что, давай, месись, месись. Открыть дверь. Надо открыть эту калитку и пройти. Смотрите. Сейчас небольшой подарок. Его не удивляет, да, совсем? Что это решетка? Я подхватил его. Это была женщина, кстати говоря. А ну пошел отсюда напнуть. Че, как топнул у тебя? Ладно, уже пофигу. Просто подарок. Блин, не смей! Не смей! А! Ну какого фига? Ну какого фига? Обязательно надо сюда прийти. Тут же надо сейв замутить. О, все. Мы целиком и полностью стали большой и мерзкой кучкой. Хорошо, надо еще 2 таких спауна найти. Аккуратненько открыть дверцу. Надеюсь, он не испугается моего костюма. Ведь сейчас Хэллоуин, и я решил скреативничать. И сделать... Еще ту тваригу. Нет! Жарко! 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 Стоп, я продолжаю гореть! Что мне сделать? Кричу. Ох, нифига себе! Я не ожидал такого. Тут, короче, сразу не потухнешь. Откроем дверь аккуратненько. Зайдем. У меня недавно горел пукан так сильно, друзья мои, вы даже не представляете. Кстати, как страшно. Мне кажется, чем дольше я бездействую, тем страшнее им находиться. Нет, чтобы вот он уже просто взял и решил такой, я съедаю. Поэтому да, мы не будем их пугать сильно. Куда мы идем? Куда мы идем? Куда мы идем? Ла-л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 а. Ага. Итак, что произошло? О! Тут сигнализация, да? Нас задетектят. Но нам-то пофигу. А, стоп, осторожней. Вот эта штука. О май гад! Блин, не хватает биомассы, не хватает. Опа! Все. Отожрать! 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 Нет!
Ой, целая куча здесь. О, здравствуй, Рот. Как у тебя дела? Ну-ка. Е-бич! Давай, удержи. Ну. Да чё ты? Да чё начинается? Да блин. Есть, хорошо, одна готова. Ну давай, есть. Все, все хорошо, все хорошо. Так, внимание, идет лазерное сканирование. Не надо мне лазерное сканирование. Это меньше всего люблю. О, там человек. Берегите глаза. Какие глаза конкретно мне надо беречь? Ладно, наверное, сюда нам нужно. О май гад, о май гад. Оп. А! Нет, почему они друг друга не сжигают? Почему? Скорей. Воду, воду, воду. Я могу простить все, но не обиду. Это значит, что я ничего не могу простить. Черт. Нет, 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 водичка, 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 где-нибудь. Черт, хорошо. Охладил. Ладно, давайте попробуем как-нибудь грамотно, спокойненько протиснуться. Кстати, здесь водичка есть, дабы остудить себя. Опа, подох. Просто швырнул ему. И да посраки тебе, плохой, плохой человечек, плохой. Пойдем-ка со мной покупаешься. Раз меня заставляешь купаться, давай и ты покупайся сам. Последние люди, которые купались, сдохли тут же. Опа. Хорошо справился с ними. Наконец-таки я посмотрел на окружение и смог победить. До этого я почему-то не смотрел на окружение. Итак, мы... О, мы смогли. Мы смогли сделать еще... Стоп. Сканер, черт. Я спалился. Что мы можем сделать? Забить. Я думаю, вот что мы можем сделать. А где вот этот апгрейд, который позволит нам проходить эти лазеры незаметно? Опа. Не подходи к дверям близко. Смотри, как Джонни катается там. Все, хорошо. Знаешь что, ты мне не нравишься. Ты мне не нравишься, говно такое. Куда? В какую сторону? В какую сторону? В какую сторону? Нам надо биомассу свою разместить. А зачем? Слушай, я поверю этому месту. Я размещу и пойду дальше. Видимо, когда мы слишком толстые, он такой, нет. Ты не пройдешь. О, нет, все равно. О, посмотрите, я могу поднять свою же самую... Свою... Биомасса, она тяжелая оказалась. Может быть, человека взять? Да. Вон, вон Джонни отдыхает. Наелся и спит, походу. Нет, наелся только я здесь. Он просто спит. Ну-ка, давай-ка швырнем его. Нет, он не перекрывает. А, погодите. Как я не заметил-то. Вот. Боже ж мой. Ну ладно, это прогресс хотя бы. Блин, я вообще затупил. Смотрите, там апгрейд. Давай. Есть. Скорее всего, это что-то с лазерами, да? Фотокинезис. Искажает свет, делая монстра невидимым, расходует энергию. Уи. А, вот мы заряжаем. Генда. Мы заряжаем все энергии. А, удерживаем. Бо! Охренеть. Ми-би-би-би-би-би-би-би. Эй-би-би-би-би-би-би. Есть. О, смотрите, вот она. Да! Кюл. Стоп, здесь как-то что-то очень много людей. Так, ладно. О! Нет! Так, удерживаем, есть. Да, блин, да чтоб тебя... Скорей! Просто отымели. Вышибаем дверь. Кушать, 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 кушать! Вот. Накрыть. И немножко вот... Оу, стоп. Все, он, кажется, сдох, да? Черт! Черт, 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 черт! Вот тебе! Плохой, плохой человек! Нет, 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 у него тоже огнетушитель, огнемет, точнее. Опа! С ноги всадил. А, на, еще раз. Я его в трубу, отправил. Стоп, не ты ли заветный рычажок? Да, ну пойдемте. Ну пойдемте, ну пойдемте. Она уже, видите, она же в восторге. Такой, а! Этот сюрприз она ждала всю свою жизнь. Дай. Как Санта, видишь, так вот так Санта и незаметно исчезает. И он такой, оп, приходит потом, оу, оу, оу. Куда это? О, это же анус, да. Заходим. Красный, набухший, как я люблю. Статус безопасно. Теперь нет! Воу, новая локация. И новый чувак в желтеньком. Это что, медлаборатория? Джесси,
Джесси нам нужно варить. Пойдемте найдем нашего Джесси. Окей, хорошо, подзарядились. Так, да, теперь можем протиснуться аккуратненько. А это что за водичка такая прикольная? И сюда можно протиснуться? О! Риф Левиафана. Вау, как красиво! Очень красиво сделано. Мне нравится это место. А то не очень красиво. Ну ладно. Я красивее зато. Всегда приятно, когда есть за счет кого-то утвердиться. Дай-ка смотри, так что там такое? Странно. О, он увидел мои щупальцы такой. Сайд такая. А, больно? Они, оказывается, больно, когда стреляют. Как так? Как так получилось, что я его не попал по нему, представляете? Вот обидно. Опа, здравствуй, сэр. Я рад нашей встрече. Давай, перекрасим эти стены в более подходящий цвет. Вот так мне нравится. Реновации. Отлично, мы открыли. Опа, нифига себе. Как внезапно я для себя даже оказался здесь. Что-то не был готов к встрече, поэтому перенервничал и съел вас всех. Смотри, смотри. Лови. Ой, что такое? О-о-о. Ну блин. Теперь ты не можешь ловить, а ты бы и не поймал тут дверь. Тогда просто выбьем ее. На дверь-то ты поймал. О, смотри, стали большие, сильные. Нам надо разместить свою биомассу срочно. Блин, тут так уровни продуманы, то есть тут все прям сделано. Игра точно знает, как ты будешь себя вести и с чем ты останешься после битвы. Так, значит, хопа. Рычаг сам открылся, ребят, сам. Серьезно. Вот этих людей очень трудно убивать, вот этих юнитов, потому что у них нету там очков здоровья, ты не понимаешь, когда он умер. Поэтому ты тут, знаете, как сказать, на твое усмотрение все рассчитано. И я вот считаю, что он еще не до конца умер. Пойдемте. Смотрите, какие ребятки здесь интересные, какие ходят. Surprise, motherfucker! Они были. Как они среагировали? Как вы среагировали? Меня убьют сейчас. Меня сейчас убьют. Черт, меня же убивают. Все. Фу. Ладно, проскочил. Но я что-то обиду затаил. Я еще вернусь, блин. Я еще вернусь. Смойся вот сюда. От обиды. А может быть и не вернусь. Офигеть, они быстро реагируют. Это банджи-джампинг такой. Только экстрим заключается в том, что когда ты поднимаешься наверх, тебя жрут. Так, все, хорошо, мы довольно-таки... Стоп. Тихо! Мы не можем, да? Мы уже... Блин. Быстрее. О, все, потушились. О, наконец-таки. Чекпоинт. Нет. Умри сразу. Умри. Умри сразу. Фух. Воу. Не стреляй по мне. Брось это все. Смотрите, какой спиннер прикольный себе прикупил. А, быстро наскучил. Черт. Воу, уйти. Хватит стрелять. Надо быстрее, нам придется всех и съесть. Вот из-за тебя я съедаю твоих друзей, понимаешь? Чисто из-за тебя. Все, хорошо. Пришлось, блин, биомасса лишиться. Кстати, это очень плохо, что нам пришлось лишиться ее, потому что мы же не можем проделать дырку. Придется вернуться. Окей. Мы здесь... Апгрейд. А что за апгрейд такой водянистый? Гидрофилия. Превращение в клубок червей позволяет пройти... Мерзкое, уже мерзкое существо. И очень мерзкое. Оп. И тут мы теперь снова нормальные. Окей, чекпоинт. Смотрите, опа, босс. Ты что такой несуразный? Он вообще не выглядит устрашающим. Но есть вероятность, что он нам наваляет. Если только мы из-под него... Давай! Черт! Я думал, он упадет. О, что-то страшно мне. По-моему, он... Судя по музыке, которую он включил, он очень жесткий. Най-най-най-най-най-най-най. Да куда я? С какой скоростью он стреляет? Я думаю, надо все-таки из-под него вытащить. Вот так. Оп. Опа. Осторожней. Сканирую. Он выглядит реально веселым. Он как старший брат Валли.
Вот так. А-а-а. Боже мой, как жестко он. Как жестко он решетит! Опа! Хорошо вломил ему. Сейчас, значит. Опа! Я взял, чувак! Это ты управлял этим роботом? Ну блин. Фух. Ладно. Я думал, будет сложнее. Нам нужно сюда. Там и снова червячки. А в какую сторону нам нужно и зачем нам нужно? Еще раз посмотрим вниз, потом попробуем, не знаю, может быть, сюда слиться. О, да. Давай, как марионетка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, 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 ой. А, нам, походу, вот сюда надо. Да. Есть. Все, новое место. Вот, где мы? Вот теперь мы здесь, Джесси. Нужно готовить. Нам нужно готовить вкусных людей, вымоченных в воде. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. А ну, мри. Так, надо аккуратненько их сломать. Вот так. Напополам. Что это за штука такая? Ну-ка, блин, перестань работать. Блин, он не рванет, не перестал работать. А, и даже ее не сломать, она бронированная. Ладно, нам нужно просто избегать ее. Сюда, я додумался, я умное существо. Научный центр. Мы стали опять червячком. Что это за место? Чем мы тут ловим? Вот сюда. Есть. Смыли. Мы смыли унитаз. А мы теперь не можем отсюда выбраться, да? Я понял. Это пазл. Нам сначала нужно сюда прийти очень толстым, все сделать и потом вернуться. Мы можем здесь пройти, мы можем ударить. И потом, да, вот здесь кинуть биомассу. Блин, не знаю, эти пазлы в играх современных, вот прям жесть, не знаю, это подбешивает даже, если честно. Да, я знаю, что я могу затупить надолго, пытаясь решить, но это лучше, чем когда, знаете, дальше смотри, вот здесь загадка, а вот тебе ключ, на, чтобы ее разгадать. И такой вставляешь, вот, ты молодец, ты раскрыл загадку. Зачем? Зачем так делать? Это же все очень просто. Деграданство какое-то, ей-богу. А как нам теперь выбраться-то? О нет, я ошибся. Кажется, не все так легко, как я думал. Все требует дополнительного действия просто. Да мы бьем массу, легкая игра с легкими загадками. Он что, он спалил? Как ты спалил? Как ты спалил? Неважно, иди поплавай. Расслабься, освежись. Нет, еще один такой робот, нам придется его выпустить. Стоп, 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 ребят, давайте поговорим, давайте поговорим. Тут два таких робота, два таких робота. Смотрите, автомат с газировкой. Ой, блин, скоро будет эта дурацкая кнопка, которая всех их освободит, да? О, я даже не знаю, как здесь-то пройти. Только если вниз. Да что ж такое, дайте уже кого-нибудь съесть. О-о-о-о. Опасность. Оп, просто упади легонечко, легонечко упади. Все, смогли? Нет, мы все двери открываем. Нет, не все, только нужные. Ух. А-а-а, стоп. Стоп, 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 стоп. Нам надо сзади пройти. Возьмем вот это. Дай, повыше, повыше подними. Опа, есть. Есть. О, ребята заперлись в туалете. Зачем он ко мне бежит? Ты зачем ко мне бежишь? Иди обратно. Вот, все. Вот это правильное действие. Зачем ты выбегаешь? Я не понимаю, что ты хочешь? Да и закрыть дверь, чтобы он не мучился. Вот он. Улица! Кто меня поставил? Черт! Не заметил, что там чувак наверху. Вот. Так, вот. Надо вынести всех этих уродов. Все, хорошо. Итак, этот готов. Этого можно уже списывать со счетов. Мне нравится, под какую музыку я его терзал. Опа! Так, давай. Как же грохнуть? О, вот отсюда можно. Давай, есть. Не очень хорошо получилось.
Черт, меня убили. Ладно, я думаю, на сегодня мы с вами закончим. Продолжим в следующий раз. Если вам понравилось, то ставьте обязательно лайк, побольше лайков. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу этой игры. Хотите ли бы, чтобы я сделал такую же игру? Я могу сделать, мне не сложно. Хотите, чтобы я, не знаю, съел пару странных помойных штук и превратился в такое же существо? Пишите об этом. Тогда я смогу столько петель отвешивать, сколько никогда никто не мог. Также не забывайте вступать во все мои соцсети, мой телеграм, мой инстаграм, мой ВК. Все будет в описании. И также обязательно, самое важное, это всех призываю заценить мой комикс Game Hunters, который я недавно выпустил на специальном сайте, который я и ребята замутили вместе. Заходите туда, и вы не пожалеете, я вам отвечаю. Все ссылки будут в описании. Ну а с вами был Юджин, и всем пять!